Здравствуйте. Я работаю главным акушер-гинекологом Сарбеки Зеленковского района Республики Дагестан. Мне хочется рассказать вам о своих результатах в плане использования трансферфакторов. С трансферфакторами я познакомилась год назад, и в течение этого года я активно работаю с этими препаратами. И благодаря этим препаратам я решила очень много проблем. В своей работе, особенно я очень часто использую трансферфакторы в работе с беременными женщинами. На первом триместре беременности, первом и втором триместре, я активно пользуюсь трансферфактором классическим. Я его назначаю по одной капсуле два раза в день. В целях профилактики вирусной терапии, антивирусная терапия идет, для улучшения кровообращения плода и повышения иммунитета. После 30 недель я назначаю беременным женщинам, назначаю трансферфактор классический и трансферфактор Advance. Вот. Если идет нарастание вирусной инфекции. Если идет фетоплацентарная недостаточность или чисто индивидуально кому как, очень мне нравится препарат трансферфактор кардио, как он работает. У меня очень хорошие результаты при фетоплацентарной недостаточности, при нарушении маточного плацентарного кровотока, при применении трансферфакторов кардио с 30 недель и до самых родов. Я восстанавливаю нарушение маточно-плацентарного кровотока. Если 30 недель была степень зрелости плаценты 3, то там было нарушение множества гипоэфагенных включений, то после применения трансферфактора уже через 3-4 недели идет постепенное восстановление маточно-плацентарного кровотока. Эти данные, они у меня обоснованы, запротоколированы и документально подтверждены. Очень хорошо работают также трансферфактор классический. Послеродовые женщины, они особенно если у женщины идет нарушение лактации, гипогалактия, я назначаю трансферфактор классический по одной капсуле в день для грудного младенца, потому что он восполняет то, что мать не может со своим молоком дать, грудным молоком, ту информацию, вот это все, что необходимо получить ребенок получает вот с этим трансферфактором классическим. Также работают эти препараты очень хорошо с бесплодием. Работают при лечении мастопатии. Поэтому я думаю, что назначение... И самое главное, что эти трансферфакторы, они не наносят вред здоровью и нет побочных действий, что самое главное. Вот. Благодарю за внимание.